Приветствую вас. Мне кажется, что вы либо боитесь, что вас уволят, вот, либо вы чувствуете свою вину и пытаетесь себя как-то наказать. Вот. Либо есть какие-то еще нюансы, вот, которые вы нам здесь не рассказываете, потому что нет ничего страшного в том, что мужчина, грубо говоря, там, ну, не хочет добавлять вас там, в друзья, к примеру, да? Ну, в смысле, в том смысле, что это его выбор. Это выбор человека, как бы. Вот. И получается, что вы ему в этом выборе отказываете. Вот. Я думаю, что есть вероятность того, что вы смешиваете одно с другим, то есть, ну, в смысле того, что вы смешиваете рабочее и деловое, вот, и именно вы, я не говорю сейчас про мужчину, который может, собственно, это делать, да, может смешивать одно и другое, к сожалению, да, то есть, как бы, вот, как бы негативно и грустно это не было, но да, некоторые люди, они могут смешивать лично и профессионально, да. Это ужасно, это весьма неэффективно, но это правда. Вот. И как бы, ну, ничего с этим не поделаешь, в принципе. Вот. Поэтому вам, на мой взгляд, надо бы только признать вот это как реальность и признать, что такие люди существуют, но самостоятельно, не смешивать, а вот то, что, ну, то, что вы делаете, да, мне кажется, это как раз-таки смешиваете, как раз-таки, мне кажется. Ну, вот, как раз-таки, мне кажется, что вы смешиваете одно с другим. Вот, ну, из-за того, может быть, что боитесь, там, увольнения или чего-то еще, вот, не знаю. И плюс, вероятно, испытываете чувство вины, вот. Если это так, то с этим нужно работать, чтобы вам это не мешало, вот. Ну, то есть, чтобы вам это не мешало, чтобы не мешало вам жить, чтобы не мешало вам действовать и так далее. Почему сразу ненавидят? За что вас ненавидят? Еще один, как мне кажется, важный момент. За что вас ненавидят? Или вы считаете, что у вас есть за что ненавидеть? Или вы боитесь этой самой ненависти? Вот. Ну, в любом
случае вам совершенно не обязательно находиться в хороших отношениях с человеком, просто потому что вы работаете вместе. Ну, если, условно говоря, другое вы не принимаете, если другой вариант вы не принимаете, то вам будет весьма, я бы сказал, что трудно и тяжело, потому что люди бывают разными. Вот. Быть всем хорошим, быть всем удобным, всем нравится нереально. Поэтому ставить себе такую задачу, ну, мягко говоря, деструктивно. Вот. А следующий момент, то, что вы пытаетесь, вы спрашиваете у психологов, как мы думаем, вот, но я могу вам сказать, что как психолог мы никак не думаем, потому что нам нужно работать непосредственно с вашей проблемой и, соответственно, желательно понять, что является непосредственно вашей проблемой. Вот, для того, чтобы иметь возможность вам помочь, для того, чтобы иметь возможность оказать вам помощь, да, ну, я имею в виду, оказать вам реальную помощь, вот, а не, ну, а не иллюзию, да, невидимость, как бы, помощи. Вот, поэтому будет очень хорошо, если вы постарайтесь выделить, что для вас это значит, вот то, что, ну, вот мужчина вас не добавляет друзья, да, и чем для вас так важно, чтобы он это сделал. Вот. Не свойственно ли вам чувство вины? Если свойственно, то что вы хотите с этим делать, и хотите ли, ну и хотите ли с этим что-то делать, да? Вот, потому что это влияет на ваше поведение, совершенно очевидно. Вот, и влияет, ну, достаточно сильно. Ненависть чувство мощное. Я не думаю, что вас именно ненавидят. Вот, ну, потому что, для того, чтобы ненавидят, нужны редкие основания. Вот, ну, может быть, конечно, какая-то неприязнь к вам есть, да, особенно там, если что-то базируется на мужской, допустим, солидарности, да, то есть как бы, ну, если есть вот элемент мужской солидарности, вот, но я не думаю, что в целом вас ненавидят. А если же вы боитесь, что вас уволят, например, то тут я могу вам сказать, что это такой вот немножко отдельный страх, вот, и работать с ним нужно тоже отдельно, то есть, потому что он, этот страх, он отдельный, не связан с тем, что сейчас происходит, он связан с вашими собственными представлениями, с вашей собственной реальностью, в которой вы живете. Вот. То есть именно к
к работе, да, к профессиональным отношениям это не имеет никакого направления. Вот это больше именно про то, как вы воспринимаете себя. Это больше про то, как вы относитесь к себе. Это больше про то, как вы себя позиционируете. Это больше про то, что вас в целом волнует, да, это больше про некую, ну, может быть, некоторую тревожность вашу, может быть, некоторые ваши страхи, переживания, сомнения, вот, и так далее. То есть это вот больше про это, но не про, ну, рабочие отношения, которые вот здесь вы выводите на первый план, ну, на передний план, скажем так. Вот. То, что я могу вам сказать и ответить пока что. Пока что. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам удачи. Я надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена для вас самым наилучшим образом, и вы найдете из нее наиболее приемлемый для вас выход.